привет, друзья! Мы, прогуливаясь по Питеру, все-таки дошли до той самой легендарной пышечной, которая с 1958 года здесь торгует пышками. Это уже очень прилично, 60 с чем-то лет, 64 года. Обычно здесь очереди прям аж на улице стоят, но нам повезло. Сейчас заскочим, возьмем пых и попробуем. Пойдем. Пиши за пышками. Возьмем 6 штук. Почему? Не знаю. Пышки сколько? 6? Один кофе. Кофе один. А что? Пышек? 6. 6. 6. Пока. Сейчас, секунду. Секунду. Ну что? Давайте попробуем эти легендарнейшие пышки. По сути дела, пончики. Ты их неправильно берешь. Неправильно беру? Да. Спасибо за инструкцию. Все, кто приходит, обязательно берем бумажечки, руками не ляпаем. Бон аппетит. Ну, для любителей пончиков. Жирный, сладенький. Дали смотреть разрез. И раскус. Раскус. Какой красивый раскус. Что клево, это прям тема из детства. Мне, конечно, сложно судить, какими они были раньше, но это прям как в моем детстве клевые, клевые пыхи. Теперь надо осилить все. Ну что, попробовали пышек, все очень вкусно, жирненько, пончики из моего детства. В общем, 20 рублей стоит одна пышка, мы взяли 6 штук плюс 2 кофе за смешные 210 рублей. Ну, мне кажется, что просто ради экспириенса и потому что она старая, туда зайти имеет смысл. Но, как бы, если вы не любите жирное тесто, то не надо туда ходить. Вот. А если любите, то идите. Мой вам совет. Всем спасибо. Лайк, репост, шер. И до скорых встреч. Пока. А где вжух? Вжух!